Воскресенье 27 марта станет последним в этом сезоне днем работы катка с искусственным льдом на площади Мира. Открыли его 16 ноября в рамках проекта «Зима на стрелке». Рядом оборудовали теплый шатер, внутри которого расположен прокат, зона отдыха и сервисная служба. В последние дни работы цены на катание снизили вдвое, сообщили в Красгорпарке. Для взрослых в будний билет стоит 125 рублей и 200 рублей в выходные. Дети до 7 лет могут пройти бесплатно, детям до 13 лет вход обойдется в 100 рублей.